0-0. Ночной клуб «Аврора». Главное событие страны – бой за звание чемпиона мира среди профессионалов по кикбоксингу. Новинки Роман Тауэш, Хантер. Латвия против Тианиуса, Симфониуса, Кипр. Дополнительная информация – www.gladiator.lv. Официальный спонсор – Элитова. Крупнейший производитель профессиональных моющих и дезинфицирующих средств в странах Балтии. Начинается первый раунд боя за титул чемпиона мира по версии ВПК в разделе Full Contact между двумя претендентами на этот титул. С нашей стороны Роман Даблович, у него спортивная кличка Хантер, охотник. И со стороны греческой бойцом Иоаннисом Сеофаниусом, его кличка спортивная Лев. Вот охотник встретился со львом. Стараются выяснить, кто из них сильнейший в этой версии в мире. Установка на бой у Романа была, в принципе, это приближение к противнику, атака, работа в наступлении, средняя ближняя дистанция, постоянное поджимание ближе к канатам. Иоаннис Сеофаниус для нас боец совершенно незнакомый. Потому что если у него была возможность видеть бои Романа, как-то их оценивать, строить какие-то технические планы на бой, то у нас такой возможности не было. Практически мы даже рост спортсмена узнали только в день, когда он прибыл в Латвию. Вот что мы сейчас видим на ринге, как раз это прекрасная работа ногами, хороший, сильный удар, мощный и у одного, и у другого. И пока вот в первом раунде Роман выполняет установку, постоянно, по полшажка подходит к противнику и работает. Удары очень жесткие. Сейчас замечание судья сделает, что удары выше, потому что проходит бой в разделе Full Contact. Это без ударов по ногам. Да, сейчас просто Роман, вот, за что получил замечание, удар был по внутренней стороне бедра, это же из раздела луки, тут так моя смешалась. А так бой проходит корректно, жестко, пока вот то, что видно по первому раунду. Иоаннис Сеофаниус, чемпион Средиземноморья среди профи Full Contact. Начинается второй раунд боя. Продолжается разведка.
пока ищут слабые места. Вот на сближение пошел Роман, провел хорошая серия. В голову, перевод, удар на вас, боковой удар по корпусу. Пока все установки, которые давались Роману, он выполняет. Прижимает партнера, старается держаться ближе. Ну а то, что я думаю, конек Сеофаниуса, это работа ногами. А ногами он бьет очень хорошо. Он является сильнейшим по технике бойцом среди средиземноморья. Именно поэтому весной он будет участвовать в оспаривании титула тоже чемпиона мира по лайт-контакту. Хороший через руку удар провел Роман. Достал противника. Вот нельзя давать Иоаннису, нельзя давать середину ринга. На середине ринга, и когда дают ему возможность двигаться, он чувствует себя намного увереннее. Вот сейчас пропускает Роман Малачев голову, это боковой удар, да? Ну, не настолько сильный, но технически правильно, именно хороший удар. И опять ближе на бой. Роман хорошо, прекрасно работает. Средняя, ближняя дистанция – это его конек, так скажем. Поэтому нельзя держаться на дистанции и давать противнику возможность такие вот удары наносить. Ближе. Передней рукой больше работать. Вот, хорошо. Йоко пытался, боковой удар в корпус пытался сделать Роман. И опять ближе к нему, к канатам поджимать серию по корпусу, в голову переводы руками. Вот сейчас попытка сделать Иоаннисом удар. Ну, не совсем успешно, потому что Роман пошел вперед и обрезал этот удар. Третий раунд этого ответственнейшего поединка, к которому долго готовились. Это вот результат очень серьезной работы. Потому что Роману пришлось и вес сбрасывать, его вес обычно где-то 83 килограмма, 84. Проходит бой весовой 79-500. Поэтому он осушился очень хорошо, сейчас прижал в угол, вот то, о чем говорили. Ближняя дистанция, средняя ближняя дистанция к канату, и в момент атаки не сделал шаг назад. Он очень хорошо работает, держит, не пускает к себе. И он сейчас подсушенный такой, 79-500, это как боевой вес Романа. Хорошо, ближний бой. Пускает грех через руку удара. Вот я тоже из-за каната кричал, что через руку, блядь, через руку. Ногами очень хорошо работают. Жесткие удары. Тут смысл еще профессиональных боев. Вот манера работы Романа, она чисто профессиональная. Он вкладывается в каждый удар. Каждый удар очень весомый, очень жесткий шаг через руку, как раз был удар, о чем говорили. Хорошо. Но грек тоже очень хорошо проводит бой, сейчас по корпусу удар ногой идет. Греку нужна дистанция, нужно расстояние для того, чтобы включить ноги. Вот как только получается эту дистанцию сократить и не дать ему возможность работать. Руками Рома работает жестче. Хорошо, через руку удар, отлично. И в клинч. Вот говорят, пропустил, в чем еще сказывается опыт спортсмена из Греции, да? Пропустил удар, почувствовал, тряхнул, он сразу виснет, он просто держит руки, не дает возможность работать. Чемпион среди
Его активно прошли 27 боев. 23 из них он закончил победой. Иоаннис Селфаниус, Кипр. Четвертый раунд начинается. Интереснейшего боя. Жесткого, бескомпромиссного. Пару слов по Иоаннис. О нем меньше говорим, поэтому добавим информацию. 28 лет бойцу. 27 боев провел, 23 победы. Технарь по стилю. И мы видим, что удары ногами действительно у него очень хорошие. Чуть слабее, может быть, Романа техники ударов руками. Но это нисколько не умаляет, так скажем. Боец достойный и соперник достойный. Он сейчас уже более напряженно пошел поединок. Хорошо. С дальней руки в прыжке Роман достал. Очень эффективный, эффектный такой красивый удар. С ноги Маваши боковой удар ногой провел Грек. Не попал, вскользь прошел удар. Опять ближний бой приходит Роман и цепляет левым боковым подбородок. И очень хорошо зацепил. Роману 30 лет. 28 боев, 20 побед, 10 нокаутов. Это его арсенал. Причем Рома участвовал и в боях по боксу, по тайскому. Два турнира провел по боям без правил. Постоянно пытается сверху ударить ногой в пяткой. И большой разгрев, и привод. Вот с передней руки попал, но это не сильный удар, потому что он попал на в голову с передней, но такой тычок. Рома все время сближается, все время идет ближнего. И вот что хорошо, что плюс большой, что когда Грек идет вперед, не делает Роман шаг назад, а наоборот остается на месте или на него, вяжет сразу, не дает возможности работать. Напоминаю, что результат сегодняшнего поединка, а также запись боев, вы сможете увидеть на тематическом портале www.gladiator.lv. Пятый раунд боя. Нарастает напряжение и на ринге, и в зале. Ответственность велика. Рома бьется на родине, в городе, где его все знают. Поэтому проигрывать никак нельзя. Надо выиграть обязательно. Грек очень силен. Физически он ни в чем не уступает Роману. Чуть выше ростом. И, в принципе, строение вот тела может быть такое же, как у Романа. Мускулистый, сильный, физически сильный парень. Возраст, опыт, все где-то на одном уровне. В чем и ценность этого боя. Левым боковым сейчас достал Роман. Острота возрастает. Очень много интересных моментов в бою. Профессионально, связь. Он с ноги хороший удар. Опять пытался ударить через руку и сам упал. Но Роман подтолкнул его, но в пределах правил все. За это замечание не делается. Через руку два удара. Вот в данный момент пропускает Кипрёв два удара. И сразу же можно было открыть счет.
принципе, судья. Но опытный боец, поэтому он повязал сразу, повис на руках за эти 2-3 секунды, которые были у него. Сумел восстановиться. Тоже большой плюс ему. Через руку удар, чуть не раз. А вот левым снизу в челюсть. Очень хорошо попал. Опять грех повис. Повис уже так, может быть, звучит, но это... Вяжет. Очень умно вяжет руки после пропущения. Оп, еще третий удар. Вот за пятый раунд практически 3 удара, которые приводили... Практически это нокдаун. Можно было получить. Начинается шестой раунд боя за титул чемпиона мира по версии ВПК в разделе «Full Contact». Несколько слов о именно об этой версии ВПК. Роман уже... версия молодая, но бойцы собраны очень сильные. На бою присутствует президент этой организации Джордж Такаридис. На этот бой он приехал сам лично. Рома проводил уже по этой версии бой в конце 99 года, в декабре, за титул чемпиона мира, только по разделу лоу-кик. Тогда на бой приехал боец, кто видел и кто помнит в манеже этот бой. Там прошли все 12 раундов, прошли. Перевес был минимальный, выиграл Роман объективно, но бой был тяжелейший. Лоу-кику. Вот это вот говорит о том, что слабых нет бойцов, вот когда идет уже речь об уровне оспаривания за титул чемпиона мира, не бывает слабых. Очень сильный боец был, но что интересно, тоже боец был не высокий, не длинный, да, не высокого роста, а где-то Романа такой конституции и крепкий, физически очень мощный. Тогда Роман выиграл заслуженно и стал чемпионом мира в разделе лоу-кик. Сейчас проходит бой в разделе full contact. Удары по бедрам не разрешены. Удары ногами выше пояса, как я уже сказал, подсечки. Не засчитываются очки. Вот сейчас я только сказал подсечку. Провел подсечку вперед. Красивое движение. Красивое. Левый хорошо, подбородок провел удар Роман. Отлично. Роман работал и в версии ВАКУ. Седьмой раунд боя. Уже чувствуется усталость. Может быть, не столько это визуально видно, что устал, но за 7 раундов бойцы уже устали. А вот мастерство и уровень подготовки именно в том, что зрителям это практически незаметно. По силе удара, потому как работают, вот как они начинали работать, так работают жестко, бескомпромиссно. Красивый поединок.
Хотел бы сказать несколько слов еще, выступая в Баку, это вообще сильнейшая версия по кикбоксингу. Я считаю, самых больших успехов Роман добился из бойцов, которые в Латвии работают по кикбоксингу. Он стал бронзовым призером чемпионата мира по версии ВАКа, старейшей версии. И стал бронзовым призером в 2000 году чемпионата Европы в Москве. Если на чемпионате мира, говорит об уровне соревнований, на чемпионате мира в его весовой категории было 28 противников, 28 бойцов, из которых Роман стал третьим в мире, пропустив вперед только Украину и Россию. Ну, там сложно конкурировать и по судейству, и, в принципе, за выход в финал, за выход в финал, там еще можно поспорить, там бой был такой, очень равный. Продолжается поединок. Ближний бой. Через руку опять. Вот сколько раз уже проводят через правой руки, с дальней руки бьет Роман. Попадает точно в голову. И повторяющаяся реакция киприота, да, пропустив удар, сразу сближение, сразу вяжет руки. Правая рука через руку, удар. Отличный правый. На наших глазах уникальное событие. Бой за звание чемпиона мира среди профессионалов кикбоксинга. Full contact. Восьмой раунд боя. Несколько слов о профессионализме. ВПК – это Всемирная профессиональная кикбоксерская ассоциация. Работают профессионалы в ней. Выступая по ВАКу, есть такое, на Европе и на мире участвуют, там смешанные, и любители профессионалы выступают вместе. И вот отсюда такой именно профессиональный уровень, высокий у Романа, потому что выступая в такой жесткой версии и добиваясь таких успехов, как призер мира, Европы, это, конечно, высокий класс. Он сейчас провел йока, боковой удар в корпус, причем довольно жестко, сбил с ног противника. Он хотел повторить серию ногами, но Сеофанис уже готов был к этой серии, он в сторону отошел, не удалось достать. Роман тренируется в спортивном клубе «Ригас Рим». И не только тренируется, он сам тренирует, вот что хорошо, что уже работает как действующий, сам еще действующий боец. И может с ребятами поработать на ринге довольно жестко, наглядно объяснить и показать, как и что делать. Клуб сам наш провел 6 спортивных мероприятий в 2001 году, 4 из них любительских, 10 поездок было, Литва, Эстония, Финляндия, Украина, и важен результат, вот за 2001 год мы взяли 36 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей, это я считаю для клуба. Хоть он и представляет, практически это базовая команда сборной Латвии. Для клуба, я считаю, это очень хороший результат. Чемпионы мира нас отделяют 4 раунда. И мы узнаем имя чемпиона.
Девятый раунд боя. Давайте последим за тем, как проходит поединок поплотнее, потому что напряжение больше, больше. Боксеры устали, бойцы. А раз устали, они начинают где-то больше открываться, чаще опускать руки и возможность пропустить сильный удар, велика как с одной, так и с другой стороны. Вот больше моментов вязки, связывания такого, да? И причем не всегда от усталости, а просто страхуется, чтобы не пропустить лишнее. Киприот Иоаннис, он тоже почувствовал уже силу Роминых ударов в ближнем бою, потому что поэтому рисковать лишний раз он тоже не хочет. Он ногами бьет постоянно, причем хорошие высокие удары. Опа! Вот сейчас непонятно, судья не открыл счет, с левой руки боковой был в челюсть, это чистый нокдаун. Вот прошло 10 секунд, он не отрывается от Романа Иоаннис. Это время он отдыхает, он восстанавливается. Ну, получилось, где-то отошел, сам начинает работать. Но нокдаун был чистый, челюсть, хороший удар. Чувствуется уже по движениям, чувствуется усталость. Двигаются тяжелее, ноги потяжелее. Но по силе удара нисколько не слабее, чем в начале боя. Еще один через руку удар Роман провел с дальней руки. Вот сколько было за поединок, сколько было ударов с дальней руки почти все. Оп, опять попал справа через руку, чисто. И опять захват за шею, опять отдых. Ну и финал, завершение. Пытался ударить Маваси сбоку, удар ногой и привод. И автоматически боковой слева вылетел у Романа, причем на движение назад даже, чисто, нокаут. Я думаю, после этого не оправится такой Киприот. Идет отсчет, все, бой прекращен. Это победа. Хотелось бы выразить благодарность нескольким фирмам, благодаря которым и состоялся этот бой за титул. Интереснейший бой. Это прежде всего охранная фирма «Генс», благодаря которой мы смогли открыть свой сайт. Адрес www.gladiator.lv. Портал в интернете, который благодаря также и Роману и заполняется, и пополняется, и становится интересен для пользователя. Это фирма Models и лично Марис Мартинсон, который принял непосредственное участие в помощи в организации этого турнира. И фирма Ритова, которая давно с нами сотрудничает, благодаря которой мы можем ездить на соревнования и проводить вот такие прекрасные бои. Спасибо им всем. Дамы и господа, в 9-м раунде на минуту 40 секунд техническим нокаутом и титул звания чемпиона мира среди профессионалов кикбоксинг УКЗ. Джордж Штатовидис.
Ну что по титульному бой сказать? Конечно, доволен выступлением Романа. И практически он сделал почти все, что ему говорили. Пускай даже какие-то недоработки были, это уже отдельно разберемся. Но в целом, я думаю, что получился и бой, получился хороший, и результат боя, главное, очень убедительный. Вот. Очень рад успеху. Это у него второй титул чемпиона мира по фулл-контакту теперь, после лоу-кика. Но я думаю, не последний бой, в котором он еще покажет свое мастерство. Удачи ему, успеха. Все. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Как, сколько вам лет? Откуда вы приехали? Сейчас? Добрый день. Меня зовут Янис Теофанис. Мне 28 лет. Я с Кипра. Живу в Афинах, в Греции. Там же я тренируюсь. И? Что еще рассказать? Да. Вам понравилось в Риге? Вы первый раз здесь? Да, я первый раз в Риге. Очень красивый город. Все очень гостеприимно. Это очень приятно. И бои были очень хорошие тоже. Я хотел бы поблагодарить всех за все. Бои были очень хорошие. Роман был очень сильный. И это очень хороший опыт для меня. Иоаннис, вы жалеете о том, что вы проиграли? Да, конечно. Я очень сильно готовился к этому бою. У меня есть сила для того, чтобы больше вложить в каждый бой. Но было такое время, и я проиграл. Спортивное прозвище Романа – охотник. Вы верите, что он действительно охотник? Да, конечно. Роман очень опытный. Он провел очень много боев. И это немножко выводит из себя, что он охотник. Его задача всегда выиграть, и моя также. Он охотник, я лев, и мы всегда стараемся выиграть. Спасибо. И что вы думаете о нашей публике? Я расскажу вам об этом позже, потому что только сегодня я выйду в клубы и увижу. Все очень были приятны со мной и ко всей команде. Я хотел бы всех увидеть вас в Афинах и на Кипре, чтобы вы могли оценить наше гостеприимство. Вы верите, что вы приедете в Ригу еще один раз или в Россию? Я надеюсь. Вы знаете, россияне и латвийцы, может, у них есть намного больше, чем у остальных людей в мире. Они очень добры и всегда улыбаются. И я хотел бы подружиться с такими людьми, как вы. Спасибо. Объясняй, пожалуйста, себя в камеру. Как тебя зовут, сколько тебе лет, твое спортивное прозвище, твой титул? Да. Меня зовут Роман Дабылинш. Мне 30 лет. Зовут меня на ринге Хантер, охотник, что значит. Сегодня я стал уже двукратным чемпионом мира и по лоу-кику, и по фулл-контакту. По версии WPKA. Ты чувствуешь себя уставшим и радостным? Радость. После таких боев она приходит не сразу. Через несколько дней, наверное. Усталым, да. Конечно, и организация, и бой был трудный.
И противник серьезный был, конечно. Устарший мужчина. Хорошо двигался, он не стоял, я искал мне несколько раундов. Я хотел входить в ближний бой, но мне не получалось там работать. Потому что у него чисто типичная европейская школа, он бьет на выходе сразу ногами. Больше он работал ногами, руками не очень работал. В принципе, я где-то так и рассчитывал, что я его где-то все равно зацеплю. Просто я думал, что это будет немножко раньше, не получилось. Ну, в принципе, был довольно хороший бой, было не очень много грязи. Хороший боец, хороший. Что ты думаешь о публике, которая пришла на ночную? Что я думаю? Да нет, почему? Нормально. Просто дело в том, что у нас немножко не тот менталитет, к сожалению, и мне хотелось бы, чтобы было побольше публики, да? Я считаю, что 20 лат – это не такая большая сумма, которую не могут выложить, скажем, жители нашего города. Ну, что касается меркантильных вопросов, а тебе понравилось, как тебя публика встречала, поддерживала? Да, да. Да, ну, я же знаю, что, скажем, 70%, 80% – это были... Ну, как скажем, не моя публика, но те люди, которые наблюдают за моими боями, которые очень знают, и я думаю, что там маленький процент только был тех людей, которые как бы там оказались впервые, или случайно, или что-то. Мама, мы можем у твоих результатов узнать только из прессы, или где-то еще мы можем узнать информацию о результатах этих боев? Не, ну, естественно, у нас же открылся сейчас портал «Гладиатор ЛВ». И на «Гладиаторе» там же все, и видео, информация, и вообще вся информация о нашем спорте, о нашем клубе, о наших бойцах, о всем. Я думаю, что уже на следующей неделе там появится, наверное, большой отчет об этом турнире, об этих боях, мнение участников боев, я имею в виду с латвийской стороны. У тебя появился хороший опыт в организации мероприятий. Будешь ли ты двигаться в этом направлении дальше? Ну, конечно, хочется двигаться в этом направлении. Просто проблема, как всегда, одна – деньги. Деньги. Организация, да, удалась, но коммерческого успеха это не принесло. К сожалению, не поддерживает наш вид, наше правительство, наши спонсоры. Ну, так скажем. К сожалению, не хватает денег. Ну, я, конечно, буду стараться, и все равно есть люди, которые нам помогают. Спасибо им огромное. Я даже задавал этот вопрос. Задавал, как вы провели бой. Ты чувствуешь какие-то, не знаю, может быть, даже чуть-чуть родственные отношения с Иоанисом? Все-таки вы были на ринге больше 30 минут. Родственные? Да нет, дело в том, что вот я сколько боксирую, ну, хороший парень, я с ним и до боя очень так хорошо говорил, и после боя сейчас, и все такое просто. Дело в том, что я отношусь к этому делу так, что мы за рингом все друзья, просто в ринге, или я, или меня, в общем, все дело. И родственные, ну, какие-то, какая-то близость, конечно, есть, потому что это сближает, естественно, да. Как-то сближает, да. Спасибо. Пожалуйста.